Льготные места для продажи сельхозпродукции получили дачники на подмосковных рынках. Чтобы закрепить за собой торговую точку и приступить к делу, гражданам следует обратиться в управляющую рынком компанию. Три рынка городского округа Люберцы предоставили дачникам льготные места. Речь о торговых рядах на улице Инициативной в Люберцах, на территории экспериментального завода в Малаховке, а также в деревне Марусино. На овощи, фрукты и ягоды от дачников обещают установить льготные цены. С полным перечнем рынков Подмосковья, предлагающих льготные места, можно ознакомиться на портале Министерства потребительского рынка и услуг Московской области. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.